В субботу 7 июля в Магадане отметят День рыбака. Празднование пройдет в зоне отдыха «Горняк». Концертная программа начнется в 12:30. Выступит оркестр духовой и эстрадной музыки. Для детей проведут игру «Морской круиз». Гвоздем праздника станет традиционное появление морского владыки Нептуна. Нептун же приедет на катере. Вот. Мы вот с МЧС выходили на МЧС, созвонили с ними. Вот они дают нам катер. Будет оформление очень красивое, хорошее. Вот. Это мы все делали сами. Сюрпризом от спонсоров праздника станет выступление киевской кавер-группы «Нати Резник» and «Осана Сакс». До зоны отдыха будут организованы дополнительные рейсы автобусов. По 12-му маршруту от остановки «Маргородок» транспорт начнет ездить с 7 утра до 19:30.